сегодня у меня возвращается парень из армии, но я не смогу его встретить, потому что у меня будет мощная проработка с моим учителем. Настраиваемся на практику. Глубокослав, скажи привет. Всем привет. Я хочу поблагодарить своего молодого человека за эту связь между нами, ведь каждый раз, когда Глубокослав прочищает мои каналы, я прям чувствую своего парня рядом, и что он держит меня за руку. Ты чувствуешь это? Я его вижу. Сегодня у нас будет глубокая проработка на тонком плане. Ты почувствуешь столб энергии здесь, потом здесь. Глубокослав сказал, что у нас сегодня будет очень долгая проработка, и что он не отпустит меня до утра. Я сегодня почувствовала в себе солнце, и оно прям росло, оно сочилось во мне, и я... Вы можете подумать, что я совсем тупая.